Всем приветики! Сегодня мы играем с вами Dead by Daylight за нового маньяка в образе Тиффани. Она прелестна. Я прям влюбилась. Это прям мое альтер-эго. Поэтому сегодня я наконец-таки купила ее скин. Я не удержалась. Это так классно. Давай. И озвучка классная у них. Так, на холм я не понесу, скорее всего, вот тут рядом круг есть. Я взяла аддоны, которые показывают ауру. Блин, далеко. Поближе ничего нет. Ну, пойдем туда. Зато палетка слит. Надо вернуться на ген, срочняк, по-моему, там был еще один чел. И я не ошиблась. И чпукни. Так. А собака? Я думал, ты убежал уже. Ну, в принципе, мне это на руку. Иди сюда, пупсик. Сюрприз. Так, первый ген есть. Канатка работает, так что это все даже неплохо. Пока есть раненые. Вообще, мне кажется, тут кто-то наглый чинит. А не, нормально. Я уже думал, прибежали уже чинить. О! Лечится. Я же думаю, просто заныкались. Но мне прям все на ауры было взято, что у меня имеется. Вороны, медсестра. Ух. Правда, с обилкой я еще не сильно так управляюсь. Ну, пугает она знатно. А чё ты приседаешь-то? Крутой, типа. Ой-ой-ой. Ну, ладно. Сейчас тот ген дочинит. Угу. Hello. Замахала стоять теперь прохода. Так, где наш эйсик? Ну, вон, наверное, бегает, приседает. Да ё-моё, тут еще. Ну, ладно. Я не против. Еще одна палетка. Очень интересно. Мне нравится, что на лобилке можешь делать вот так. И, в принципе, меня это устраивает. О, вторая там. Ой, не успела. Ладно, не важно. Вот это какая-то девка делась. Вон она.
А ты куда? Блин, ну запутал, ладно. Интересно. Так, ну пока выкабенивается больше всех Эйс. Пойдем его удивим. Карта большая. А это не Эйс. Это раненая. А не Эйс все-таки. Так, обилка еще не обновилась. Это жаль. Потому что он сейчас будет обуить палетку, как только может. А вот сейчас у нас должно все получиться. А не. Да ладно, пожалуйста. Ну что, куда теперь? Какую следующую палетку будешь сливать? Сука. Ну все, ты попал. Осяк. Блин, тебя бы я закемпила за наглость. Вот честно. Таких хочется кемпить. А тут еще кое-кто рядом. И ты сейчас упадешь. Не пофиг, я дождусь второй стадии. Буду палетки бить. Или повесить, тут крюк рядом. Они, кстати, треугольник-то оставляют. О, приехали. Понятно. Собака. Пожалуйста. И чё? Так, она пропустила проверку. Сюрприз. Так, надо вернуться к Эйсу. Иначе она его поднимет и все. А вот уже. Вряд ли у него есть стояк, но так кто его знает. Иди сюда. Успела. Хорошо. Так, Эйс. Где ты? Да, конечно. Ты первый, кто будет висеть. Вот она. Ну, Ребекка, что ты творишь?
Главное, чтобы она этого не... Ну и все. Тебя можно убить, а тебе нельзя убить. Ну, короче, посмотрим с вами еще моменты от нее. То, что все шикарно складывается. Я жгу мощно. Сложно с этим не согласиться. Надо бы тебя куда-нибудь отнести. Более открытое место. Да, вот сюда. Опа. Все равно трава мешает. Вот такая вот довольно-таки быстрая игра, пока ее не понерфили, не ослабили. Ну, короче, ман мне очень сильно нравится. Особенно этот скин, это просто любовь. Ставьте, пожалуйста, лайк, подписывайтесь на канал. Это, кстати, была моя, наверное, четвертая игра. И пока я не проигрывала. Ну, конечно, я еще не сильный ман. Тут подбор все-таки есть по уровню сложности игроков. Мне нравится. Всем пока-пока.